А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Алматинская область, которая пройдена на 22%. Итак, что мы сейчас будем делать? Я хз. Честно, я особо не помню, что я тут собирался конкретно как и сделать. Так, понимаю, что, наверное, контейнер я собирался тащить на горбу. Вот сюда. Куда-то потом сбросить, подняться, разгрузиться и потом перегрузить все это дело. Как-то так. Хотя на самом деле можно было бы сюда заехать, потом вернуться забрать, но вы же меня знаете. Это не для нас. Так, а время что? Ну, давайте на утро поставим. Так, завел, завел. Я хз, куда его брать? Кстати, у нас синий кран. Это радует. А, он вообще на боку лежит, что ли? Тю, блин. Кек. Я думаю, что он не поднимается. Так, а что-то у нас синий кран, но... Что-то он поднять не может. Синий кран всегда был мощнее желтого, но что-то как-то ему... Плоховатенько немножко. Так, сейчас на капот закину. Ровненько как-то. Ну, как-то так. Поехали. Фары врубаем. А. Все, уехали. Кто-то катается, музыку слушает. Ёпты. Я только начал ехать, уже что-то творится у нас. Ну, как-то поплотнее. Сверху вроде прижал, а он, получается, не прижался нормально. Поэтому пусть будет пока что так. У нас тут только один сейчас момент будет. Вот этот съезд. Насколько... Да вы что, орете, что ли? А какого фига вот эти вот указатели поворота стали недвижимостью? Раньше мы всегда сбивали контейнером или насквозь проходили? А, не, сбивали. То сейчас, получается, я их с места даже сдвинуть не могу контейнером. Прикольно. Хоть знать, сейчас будем уже, что такое может происходить. Вот, конечно, с таким расположением груза мне будет, наверное, весьма весело ехать. Вы же понимаете, что особо выбора у нас нет. Так, давайте, наверное, понижайку. Повышенную понижайку. Так, тут где-то была подстава, но я не помню, в какую сторону. Надеюсь, в правую. Я реально не помню. Но где-то тут мы могли завалиться. На чем-то я ехал. А, не, ползем. Дерево что-то нам помешало. Ползу поближе к стенке, чтобы, если что, если будем падать, мы в контейнер упремся, да и все. И поедем дальше. Едем, нет? Не, по-моему, мы стали навсегда. О, пошло движение, я не знаю, что там произошло у меня, может, какое-то дерево лежало где-то. Колесами покрутил, вроде поехал немножко. А может, на камень на какой-то прицеп наехал. Так, ну мы сейчас по-любому уже, вон контейнер по земле практически шоркает. Или уже шоркает? А, уже. Короче, я предлагаю сейчас его цепить. Протянуть вперед вот до нормального покрытия. И зацепим заново его. Ой. Поехали пока что так. Нет, 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 нет. Восстановить.
Просто он повернулся на другую сторону. У нас как бы сейчас будут подъемы, это будут у нас проблемы от этого. Тогда просто буду по земле тянуть. Как-то вот так вот на кране. Раз он направо сейчас у нас не завалится, а по асфальту уже будет пофиг. По асфальту будет все норм. Что-то я, походу, разучился краном пользоваться. Что вроде особо ничего не изменилось. Но как-то я стал тупее ехать с ним. Блин, еще этот контейнер конченый, который никак нормально не берется. Раньше такое ощущение, что с ними как-то было проще, да, сейчас у меня какие-то проблемы. Так, а как я тут проезжал? Блин, ну вон там, вот здесь, вроде бы можно через ворота, но вот тут что-то лежит, я не знаю, там пролезу или не пролезу. Я в прошлый раз там проезжал, ну вот здесь, туда заезжал, видно было все, но что-то я как-то внимания не обращал. Можно там проехать, нельзя проехать. Бочечка, все нормально? Где бочка? Высралась, нет? А, еще катится. Все замечательно. Так, сейчас сюда на взлетку заеду. Где-то брошу. Так, по топливу, мне кажется, может не хватить ресурсов. Поэтому по топливу нужно будет что-то думать. Или сливать с этого, как его зовут, с МАЗа. Чи как он там? Да, МАЗ. Ёпта. Ну. Ну поехали. Тронуться не мог. Серьезно? Ну ёпта, ну я ж тебя уже отпустил, ты должен упасть. Чё ты держишься это за меня? Сраный контейнер. Все, поехали. Ну поехали. Понижайка, что-то не хочет нормально раскручиваться. Ой, так эту фигню нельзя трогать. Помню, мы на ней застряли уже разочек. Было бы неплохо заехать прямо. А в теории мы, в принципе, наверное, можем это сделать. Я попробую. Почему бы и нет? Единственное, что понижайку воткну. Так, эта елка недвижимости, ее трогать нельзя. Нормально, смотрите, как дорогу срезали. Оп. Да ёпта. А сейчас не пришлось. Так, мазик, мазик. Что теперь? Снова тронуться не могу. Да что ж такое? Вообще ж не загружен. Два места всего лишь. Так, заправить. Полный бак себе заливаем. Мазику, наверное, там что-нибудь хватит. Перепадет ему там. Так, ну... Теперь... Мы это все дело перегрузим. Потом нам нужно будет заехать сюда. Потом заехать вот сюда. А дальше увидим. Погнали. На понижайке пока что. Пока тут лужа странная. Хотя вот, наверное, на автомате можно. На повышаечке. С краешку так раз и все. Снова дождь. Да что-то частенько дожди идут, кстати. Так, распаковать опоры на всякий случай. Ой. Не то сделал. Так, забираем тогда вот эту фигню. Выгружаем. Короче, кран, походу, тоже подрезали.
Он прям себя ведет, как желтый кран. Хотя синий всегда был мощнее. Блин, вообще не поднимает. Пипец, а что с ним сделали нафиг? Кран вообще не рабочий стал. Вообще не может уже груз поднять. Прикиньте. Ну-ка, упакуется так или нет? О, отлично. Ну, груз сзади, в принципе, насрать, наверное, да? Но было бы прикольно, если было наоборот. Я бы как раз вот эту фигню уложил бы как мне надо. Но, как видите, так не получится. Ну, ничего. На морду эту фигню бросим. Ничего не случится. Поехали. Давай. Все, летим. Надеюсь, доберусь. Так, срезать нам там нельзя. Где у нас там был срез один, по которому мы ехали в обратную сторону? Потому что будут проблемы у нас из-за этого. Понижаечку. Коробкой будем немножко иначе работать, чтобы не останавливаться, потому что мы потом фиг тронемся еще. Поэтому нужно на максимум дубасить без остановок. Ну, естественно, чтобы топлива еще хватило. Что-то думал, проскочу. Не проскочил. Но зато мощности оттуда выбраться нам хватило. Так, я правильно еду? Да, правильно. Я уже думал, что вот сюда куда-то свернул. А, мы туда еще не доехали, понятно. Все, тогда вообще вопросов нет. Я думал, мы сейчас туда куда-то подъезжаем, к тому срезу странному. Оказывается, нам до него еще ехать и ехать. Мы раньше, получается, разгрузимся. Кстати, а мы что, в теории можем подняться? Я же где-то там спускался, очень удобно. Так, что по водичке? Погнали по водичке. Мы же в прошлый раз ездили, было норм. Хотя это, по-моему, было на мазе. Но кразик, я думаю, тоже сможет, наверное. Деревья вроде бы есть. Так что теоретически должны проехать. Так и хочет налево куда-то свалиться. Все, зацеп есть. Ой, серьезно? Серьезно? Фух, я думал, все, накатались. Блин, ну. Выглядит так, что я здесь подняться не смогу. Ёлки хотя есть.
Камни там на въезде не очень. Но если там подняться, было бы шикарно. Потому что тут далеко ехать наверх. И как бы тоже через камни. Мы бы лучше там спустились бы. А вот здесь, типа, ну просто более крутой подъемчик. По ручью можем проехать. Но там лебедиться не за что, чтобы выехать наверх. Выезжать можем начать, но проходимости нам тоже хватит. Мне кажется, движка может не хватить туда подняться. Это вот единственное, что меня смущает. Блин, давайте пробовать. Давайте пробовать. Может заедем, может не заедем. Не знаю. Сейчас посмотрим. Сможем мы заехать, не сможем. Возможно, даже лебедиться придется, что скорее всего. Деревьев вроде бы пока что хватает, а вот там на подъеме недвижимости не видно. Только вот по левой стороне, но по левой стороне там камни, поэтому тут нужно будет как-то рассчитывать исключительно на свои силы, а потом уже, если нам повезет, как-то подняться. Так, вот здесь вправо возьму и сразу влево. Так вот. Я охренею, если я сейчас заеду. Камушек объехали, отлично. Офигеть, слушай, заехал. Я думал, не смогу. Это даже не то, что я думал. Я был уверен, что не смогу, придется лебедиться. Окей, супер. Так. Да вот здесь приходится. Короче, задолбала эта фигня, что туда-сюда, туда-сюда. Нафига это сделали? Так, распаковать груз. Я эту хрень, надеюсь, смогу поднять. В смысле? Окей. Тогда сделаем вот так вот, потому что я туда его никак не закину. Странно, что не упаковалось. Ой, не отцепил. Во, все, теперь норм. Так, а дальше дорогу я себе поставил. Ну, тут, в принципе, так понятно, куда ехать. Сюда на асфальтик. Выберемся вниз и по асфальту на точку. Там, в принципе, есть кто нас заправит. А туда, думаю, что у нас топлива должно хватить. Больненько. Налево можно было норм проехать. Че не повернул, не знаю. Я тут такой смотрю. Думаю, можно? Да, можно. Но не поехал. Так, вон туда мы не попремся. Вот здесь, получается, начинается этот срез. Стрёмный. Я туда не поеду. Я поеду вот сюда. Туда, куда мы уже ездили. Тут все проверено. Да, дорога длинная, но зато безопасная. Зато уже на кране ничего не висит. Так, это сейчас будет вот этот стрёмный момент, там, где мы на мазе застряли. Но эта фигня поменьше, кразик наш. Поэтому мы тут должны пролезть. Да ёб твою налево. С этой коробкой. Пытался переключить на понижайку, но фиг попадешь, как обычно. Через мышку. Быстро проехали.
Быстро. Без проблем. Сел. А, нифига. На камень сел. Ох, как под колесиком неудобно. Ну, проехали вроде. Так, ну и сейчас мне... А, нет. Сейчас мне не направо. Думал направо. Но нет. А, ну тут смотрите. Я говорил тогда, что можно в теории, наверное, проехать. Хотя вот тут еще непонятно. Будто, может быть, можно проскочить. Но получается конкретно возле завода у нас тут вон камни. По ним скакать будет не очень. Так, срезать не будем, потому что груз высокий. Поднялся. То он тронуться с места не может. То на повышайке вздыхает. Тут, пожалуйста, на подъем по говнам, по всему подряд. Взял, поднялся. Под настроение едет наш крас. Ёб твою! Ох, как я! Охренеть. Очень удачно взялся, да? Прям пипец, как удачно. Я думал, все. И такой еще просто вешу и завестись не могу, или что-то глохнет. Думаю, что за фигня, потом раз такой, а, повышайка. Тогда понятно. Блин, ну это нормальная подстава была. Неожиданно. Так, вот здесь сейчас, возможно, мы будем страдать. Повышайку, ой, понижайку воткну. Но мы тут можем прям вообще застрять нафиг и убить всю подвеску. Потому что падать мы тут будем конкретно сейчас. Перед бревнами, на бревна он, пожалуйста, баком стукнулся. Ну, колеса мы можем сейчас нафиг уничтожить. У нас прицеп еще на пузо тут садится. То есть дорога сделана вот максимально конченной. Вон прицеп просто вот по бревнам шоркается. Слушай, я могу вот здесь? Ну, в принципе, да. Могу. Поехали объедем, попробуем. Ну, потому что эти бревна, тут вроде бы чуть-чуть осталось, но вы сами видели. И мы садимся, и прицеп садится, все садится. На этих камнях. Фиг проедешь. А тут сейчас просто этот лесочек объедем. И все. Что там с прицепом происходит? Он сам куда-то ползет. Все. В следующий раз надо будет также кататься здесь. Так, это здесь мне, по идее, прямо куда-то. Нет, не прямо. Блин, я второй раз, походу, уже на эту фигню купился. Ох, надо было налево. Блин, ну мы тут можем упасть на бок, поэтому поехали назад. Второй раз на эту фигню повелся. По-моему, на мазе я сюда же вниз поперся, но на мазе мы спрыгнули удачно. На кразе такая фигня не получится. Краз просто на бок приляжет. Ого. Поворотик хорош. Ёпты. Чуть не упал. Чуть не упал. Офигеть. Такие буераки. Так. Тут
эту фигню как-то, я не знаю. Но я объезжаю, но прицеп по-любому по ней попрется. Так, там камни вообще какие-то. Понижаечку повышенную. Тяжело. Но сейчас, наверное, поднимется. Отлично. Проехали, лебедиться не пришлось. Да и блин. Ведешь влево, оно ведет наверх. Пенечек. Не просто ж так. Нужно пользоваться. Главное, что прицеп не зацепился. Дерево сломается, не сломается. Было бы неплохо, если бы оно сломалось, потому что прицеп точно на него наедет. Это может оказаться огромной проблемой. Так, вроде сломалось, отлично. Ох ты, блин. Охренеть. Оно бывает? Бывает. Чё ты поделаешь. Хотя, блин, я ж тут нафиг сейчас перевернусь, да, когда буду грузить. Или попробуем? Давайте попробуем. Мордой воткнулся. Я думал, проеду. Так, кран залагал. Ну, сейчас работает. Это просто жму сложить его, он не реагирует просто. Так, ну вроде бы мы не падаем. Единственное, что этот контейнер мы сейчас фиг загрузим. Почему фиг загрузим? Потому что, во-первых, я его поднять не могу нифига нормально. Во-вторых, у нас угол неподходящий. Смотрите, он даже распаковывается еле-еле. Короче, ну кран дерьмом стал. 100%. Раньше он был лучше. Нужно до асфальта выбраться. Ну поднимай, чё ты, блин, одна сторона тяжелее, что ли? Почему он одну сторону поднимает, а вторую не поднимает, хотя крепится по центру? Какая-то дичь с этим контейнером. Корни, зашибись. Дерево прозрачное или нет? Не зацепили, непонятно. На асфальте сейчас грузанусь. Как бы все четко у нас. Ну-ка. Ну, отлично. Все четко, все четко. Замечательно. Упаковали. Но удивление даже оказалось проще, чем я думал. Думал, будет хуже намного. Все, летим.
Так, ну поеду сейчас сюда, в эту какаху. Тут объезжать не буду. Потому что елка, в принципе, есть. Она нам поможет. Хотя тоже, смотрите, ну объезд, какие-то буераки, камни. Он тоже через лужу, типа, смысл по нему ехать. Не совсем понятно. Сторона немножко не подходит. Мне бы прямо что-то. Или я выползу? Он вроде выполз. Отлично. Отлично, отлично. Так, я предполагаю, что топлива мне должно хватить, чтобы я сейчас заехал, разгрузился, а потом уже поехал дальше. Просто чтобы сейчас не ехать заправляться, потом туда отвозить, потом ехать снова заправляться и так далее. Поэтому я предлагаю сразу туда залететь. Только туда залетать нужно где-то фиг знает где. А, вот дорога, да? Да, вот дорога. В смысле ты не вытянул? Ты же только что накатом летел, что ты не вытянул? А две небо себе уже отработал, такой типа, все, я сейчас остановлюсь, и все, и мне насрать. Какая передача, повышайка, не повышайка. Блин, тут, конечно, лучше было бы, наверное, на понижайке залететь, но может заскочит, кто его знает. Так, куда-то дальше, раньше вот сюда что-то возили. Так, а, все норм. Я подумал, сейчас снова по скалам скакать. Нормальный проездик здесь у нас. Так, но в ямку придется заехать. Чтоб тебя задолбало. Конченная миссия с этими метками. Вот так, вот здесь нужно попробовать спуститься. Водонапорная башня. Трубы привезти. Ты идите в сраку со своими трубами. А, подожди, так я тут спущусь. А что я дальше буду делать? Может, вот здесь спуститься? У нас крана нет. А, хотя при чем тут кран? Нам просто спуститься надо. Да и все. А, я думал, он сломается. Половина ломается, половина не ломается. Ну, поехали. Так, надо время мотануть, а то сейчас фризить начнет снова. Так, ну, хз. Нам туда прямо. Я надеюсь, мы тут съедем нормально. Да, в принципе, смотри, какой тут спуск хороший. Единственное, что тормозить нужно иногда. Чтоб меньше проблем возникало. А так, по-моему, все замечательно здесь. Тут по камушкам. Но подняться, да, я сейчас вижу, что подниматься здесь как бы не стоило бы. Кстати, а вот этой штуки есть ремонтные части? Запаска, понятно. Просто у нас бак как бы чуть-чуть того. Ему немного осталось, он скоро протекать начнет. Так. А, кстати. Как нам туда проехать? О, слушай, так мы вот здесь можем проскочить. На кразике, чтобы тут не спускаться. Хлоп и все, но... Да, в принципе, да. Почему нет? Бак. Главное, бак. Кстати, надо миссию эту выбрать. Как она там называется? Нет, это не оно. А, подожди, ли оно? Пункт назначения. Нет. А, оно. Пипец, миссия длинная. За пятнарик. Не, подожди, а так... То есть на этот карьер. У меня машина там заглушена. Заглушил, нет? То есть на этот, я думал, на этот карьер.
А, ну хотя на этот тоже другого проезда нет, нам только тут ехать. Так, давай прочекаем. Не американский, а крупногабаритный груз. Ну да, тот, который у нас. Интересненько. Блин, а вот что здесь происходит? Мне кто-то скажет? Мне кажется, что наш бак не доживет. Почему-то у меня такое ощущение, что он не доживет. Будем пытаться ехать. Так, ладно. Я тогда просто пересяду. С цистерны сейчас зальюсь. Хотя так-то бак 18 из 50 это, ну, почти половина. Если так подумать. Так ведь? То есть как бы хватает нам. Должно. Если аккуратненько. Да что там снова такое? Тут сейчас будет самое опасное. Там, где вот по камням нужно будет проехать. Вот здесь, да, получается? Да, вот здесь. Сейчас понижаечку. Не знаю, возможно, лучше было бы на автомате ехать. Так, лебедиться не за что. Лебедиться не за что, так что мы сейчас или проедем четенько, или мы четенько накосячим. Мне кажется, второй вариант. Давай. Охренеть. Блин, ну мне кажется, там шансы все были у нас запороть эту миссию. Ну, кстати, потом вниз съездили бы за контейнером. Так, елку сносим. Нужно будет сейчас угадать спуск. Хотя и там, наверное, можно было спуститься. Но тут прям, да, смотрите, тут прям нормальный спуск. Вот здесь просто нужно удачно вырулить. Тот скажет, можно сразу спуститься, но мы тогда жизнь бака еще сильнее сократим, поэтому нужно заранее тут выруливать нам немножко. Отлично. Просто отлично. Так, пока что глушу. Блин, ну тут прям будто проезд среди скал вниз. Только мне это ничего хорошего не даст. Вот здесь нужно будет. А, нет, хотел сказать, вот здесь нужно будет посмотреть, а потом смотрю такое, тут как бы и делать нечего. Короче, вот сюда. Точка вниз. По всем кругам нужно проехать. Но кразик, конечно, там бросать. Такой себе вариант. В идеале было бы найти что-то, что оттуда нужно будет забрать. Потому что заедем мы реально сейчас далеко. И что мы там будем делать? Не с пустыми же руками оттуда валить. Нужно будет какой-то груз там найти. Или, в принципе, если никакой миссии пока что не будет из доступных, нужно будет просто хватануть, что там есть, если что-то есть. И поехать. Опасный спуск. Вот здесь типа все навалено, но по карте как-то выглядит не очень. Может, проезд нормальный здесь, но по карте стрёмно смотрится. Просто у нас дороги нет, а нам дорога нужна. Здравствуйте. Поздоровался с деревом. По случайности. Повышаечка, едем дальше. Но у нас все живое. И топливо есть. И главное, бак. Так, ну неплохо. Нет, плохо. Хотел сказать, неплохо проползли. Но в последний момент остановились.
пошире нужно чуть заезжать. То прицепом все обочины хватаю, он начинает опрокидываться. Так, вот тут уже нужно будет аккуратненько как-то ехать, чтобы мы себе ничего не убили. Потому что подвеска, как вы знаете, на кразе у нас слабая. Поэтому нужно очень аккуратно заезжать. Плюс еще баком не сесть. Как вариант, кстати, можно контейнер сбросить вниз с горы и там снизу где-то подобрать. И самим без него аккуратненько проехать. Не знаю, как этот вариант, нормальный или идиотский, но... Так, проехали. Так, а мы здесь на чем-то ездили. Мы здесь на чем-то ездили. На чем мы тут ездили? На Ярике, что ли, или на чем? Я не помню, на чем-то мы тут катались. Походу. Слишком знакомо все. Так, пока что на понижайке ползу. Чтобы он сам не останавливался вдруг. Но погрузка есть. Что-то все-таки взять можно будет нам с собой. Блин, камня вообще недвижимость какая-то. Он сквозь колеса никак не проходит. Другого сорта. Тут нужно и объехать, и завернуть, и прицеп там сейчас на камень садится, сейчас скакать начнет. Пипец, а как я отсюда выезжать потом буду? Так, я ж тут не застряну. Просто вообще ни за что браться, не лебедиться, ничего. Если мы тут сейчас встанем, мы с места вообще не тронемся. Блин, короче, да, в карьере камни вообще другие. Повышаечки потихонечку. Вроде бы пока что ничего сложного нет. Так, а вот тут лужа. Здесь что-то было в луже? Мы тут или буксовали жестко, или... Или я заранее уже в лужу не ехал. Типа, что могу забуксовать? Наверное, заранее не ехал. Не вывозит. Где-то как-то, я помню, мы косячили. Нет, это, походу, не тот карьер. Очень похожи между собой, и въезды особенно в них, но... Это явно другой, походу. Ох, сколько там бревен наших любимых. Пипец какой-то. Просто пипец. Оп, прополз. Решил одним колесом туда чуть повыше заехать, чтобы как-то типа перепрыгнуть. Но зато бак живой. То, что у нас самоубитое, осталось пока что живым. Оу. Фига себе. Так, но спусков явно никаких других не было. Так, вот здесь сейчас могут быть проблемы. Тут, короче, сейчас вариант или поехать прямо, проехать удачно, или поехать прямо перевернуться, или завернуть вниз, разбить машину, но... Проехать идеально. Ну, бак мы точно уничтожим там. Короче, нужно максимум вправо брать.
потом газ в пол и пролетать по этим неровностям. Ух ты, блин, проехали, офигеть. Я думал, не пролезу там. Я даже не представляю, как я потом отсюда выеду. Но въезд сюда просто ужасен. Просто ужасен. Но если бы баг был поживее, я бы налево поехал. То мне просто кажется, что мы тут и останемся. Хотя мы и так можем тут остаться. Но так шансов еще больше. Блин, еще объезжать и объезжать. Ну, карьер явно какой-то заброшенный. Куча кусков техники валяется. Ничейный. Прям какой-то карьер-свалка. Ёпты. Чё, реально наехал или по коллизии это было? Я как-то посмотрел, вроде пролажу, а оказалось нет. Но там было впритык, поэтому я даже не знаю, может реально наехал, может никакая там не коллизия. Ну, тут типа вот сюда можно, да? КАЗ. Это миссия или просто погрузки? Массовые. Разгрузить. Этап завершен. Спасибо. Так, что здесь у нас есть? Надежная основа. А, так его и нет у нас еще. Он есть, но его нет. Так, сейчас посмотрим сланцевые блоки, что там из себя представляют. О! Ну то, наверное, для красоты, да? Вон те валяются. Ого. Мощно. Вес, я думаю, там соответствует внешнему виду. Принять. Надежная основа. Нет ничего более постоянного, чем временная. Опорных конструкций это не касается. В карьерах они как расходный материал. Поэтому нам нужны новые балки, чтобы ничего не рухнуло. Ни в серебряном, ни в сланцевом карьерах. Я пока что включу отслеживание. Мне интересно, что они хотят. Доски, доски, металл. И куда? Сюда. Понятно. Понятно, понятно. Так, давайте отсюда выползем, наверное. Куда-то вот, ну просто до нормального покрытия. И машину бросим. Можно будет заняться сейчас этим тем грузовичком. Итак. Так и так. Миссия наша какая? Трубы горят? Нет. Нет. А, вот. Следить. То есть и грузовик, и прицеп туда же. А потом еще и отремонтировать. Я тогда предлагаю, наверное, для этого использовать наш ZIX. Правда, не знаю, сколько той фигни нужно на ремонт. Но мы сейчас переделаем его под седло. Оу. И что? Ничего не получится? Серьезно? Где седло долбанное? Купить. Да. И че, и все? Если седло поставлю, то нифига поставить не могу. Кран нужен? Да не, кран нафиг не нужен. А, это все вместе. Понятно. Я почему-то подумал, что мы эту фигню отдельно ставили. Теперь тут два крана разных. Ну ничего, ничего. На этом на мазике отвезем, потом подскочим, все сделаем. Так, нам тогда нужно куда? Блин, фиг знает куда нужно. Далеко. Предлагаю тогда вот через эту дорожку.
пролететь. И потом вот сюда куда-то. Это все нафиг забрать. Зацепим прицеп и эту фигню за собой. Единственное, что это будет не очень комфортно делать, вести это все, потому что, как бы вы сами понимаете, где у нас будет находиться тот грузовик сраный. И что с ним будет происходить. Так, мазик, что там, третья есть? Есть. По-моему, нифига не поменялось. А четвертая? О, четвертая пошла немножко. Что происходит? 30 кадров. Игра рывками прям. Это потому что игра массу видела. Без этого, без кузова, без того. Реально 30 кадров. Так, а если остановлюсь? Типа сейчас, наверное, пылючка развеется и норм станет. А если заглушить? Да не, нифига, ну просто что-то не так. Игра все более требовательная становится. Так, миссию на время мы проходили, тут налево. Мордой. Нужно было, наверное, другой МАЗ взять. У него база, по-моему, более короткая. С веса получше. На нем было проще, наверное, ехать. А на чем мы тут миссию проходили на время? Может, мы на МАЗе и проходили? Я не помню, на самом деле, на чем мы проходили ее. О, погнали в говнину сейчас. Срежем по ней. Как раз нам прямо туда нужно. Хорошо идет. Так посмотришь, скажешь, блин, карта норм. Никаких проблем. Так, ну здесь я не знаю, нужно ли мне направо. Да, наверное, можно лупануть, там где-то вырулим. Вряд ли тут будет поворот налево у нас на этой горочке, да. Нифига тут нет. Так, Ярик тут стоит, Ярика объедем. Упс, норм. Так, а что я собирался здесь делать? Я рассматривал это все так, чтобы где-то вот здесь проскочить. Но тут понятное дело, что можно по луже по этой, потому что она, по-моему, была мелкая. Но неплохо было бы тут по камням и вот тут куда-то вниз сигануть. Значит, посмотреть, можем мы тут проехать или нет. Но там сверху не хочу туда лезть. Тут сейчас посмотрим, если нигде нет, то я этот в лужу полезу. О! Просветик есть. Отлично. Что дальше мы делаем? Тут скала или... А, скала. Тогда нужно туда направо. То смотришь, и непонятно по ландшафту. Можно сейчас сразу налево вокруг деревьев и вниз или нельзя. Хорошо идет. Во, и вот здесь сейчас вниз поедем. Замечательно. Ой, фига себе, а жопа-то легкая. Жопа-то легкая. Это быстрее нас вниз едет. Так, ну объедем, ладно. Хотя мы, наверное, по нему можем проехать, но я не буду пробовать. Вдруг сейчас застрянем. Не хотелось бы потом с него съезжать. Да, смотрите, я даже мазом еле сбил его.
Короче, их сбивать можно, но их, походу, как-то воткнули, то ли глубже воткнули, то ли фиг знает. Больше усилий нужно на то, чтобы снести их, получается. Выбрались. Наконец-то мы выбрались. Кстати, сейчас можно будет сразу посмотреть, насколько можно его подремонтировать. Если на максимум, то ремонтировать не будем. Если не на максимум, то ремонтируем полностью. Потому что, типа, мы так его будем пока вести, будем, то он будет получать урон. Так просто, если не полностью, и нужно будет еще привести, то так проще сразу уже ввалить, насколько возможно, ремонта. А дальше будет видно. Ну, топлива точно хватит. Должно. Боже, как оно мерзко фризит. Что за фигня? Ужас. Крайне неприятно. Уперся я в эту фигню, уперся. Так, сейчас назад туда заеду, наверх. Потом объеду, зацеплю прицеп. С прицепом, если повезет, объедем грузовик, а потом цепанем его за собой. Как-то такая у меня идея. Жаль, конечно, он сюда заехать не сможет. Можно было повезти и все. Просто хочется все за один раз забрать, а не два раза кататься. Поручение брать собрался. Ага, понятно. Ну, короче, мы его объехать не сможем никак. Как бы нам этого не хотелось. Блин, еще нужно как-то под него подъехать. Отлично. Зацепили. Супер. Понял. Не хз, как мы сейчас будем выруливать. Но нужно как-то объехать его и не наехать на него. Мы, получается, сейчас наезжаем на него, и поэтому у нас тут возникают некоторые сложности. Буду в тупую сейчас по нему прям ползти. Во. Супер. Замечательно. И точки сзади есть. Ну, отлично. Отлично. Сейчас до асфальта вниз проедемся. Все? Все. Наверное. Блин, я состояние не посмотрел. Ну, пофиг тогда. Жесть, вот это спуск. Чё-то казалось получше там все. Ай. Чё-то мы его уже бьем. Причем непонятно как. У нас там урон единичка была. Тут прям ему уже нормально накинули. Чуть не перевернулся. Что там вообще творится? Кстати, а куда нам ехать? Да уж, по городу будет не сильно удобно, но это будет возможно. Это сейчас булыжник опрокинет его нафиг. Не, проехал. Удивительно.
Нет. Держится. Отлично. Главное, чтобы теперь он с этим знаком не поехал никуда. То знак мы потом не выковыряем. Хотя, может, перезаход в игру это исправит? Блин, он сейчас реально с ним поедет. И нас это нафиг остановит. Не, упал. Замечательно. Знак упал, супер. Тянем. Все, выехали на асфальт. Выехали. Я считаю, что миссия на сегодня у нас завершена. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.